Приветствую, друзья! Сигнализация на велосипед с AliExpress – это самый бюджетный вариант. Цена его от 2,50 до 3,50 евро, в зависимости от продавца. Закрепляется под сиденьем, но для этого надо демонтировать само сиденье, и сигнализация надевается на втулку. Сами ушки не разжимаются, ну чуть-чуть только совсем. И диаметр втулки явно меньше диаметра этого отверстия. То есть надо будет думать какое-то уплотнение из резинки какой-нибудь тонкой. Надеваем на втулку. Закрепляется специальными винтами, которые идут в комплекте. С этой стороны манипулируем сигнализацией, ставим, снимаем. Запитывается от батарейки, которую в народе называют крона. Но на самом деле у нее более научное название. Снизу видно несколько вариантов. Сама сигнализация обозначена как waterproof. Это обозначение, что она влагозащитная. Именно влагозащитная, а не водозащитная. То есть под водой и длительное время в водной среде ее держать нельзя. Это даже видно по отсеку, куда закрепляется батарейка. Видите, никакой герметичности нету. Давайте запитаем ее, посмотрим, как она работает. Хочу обратить внимание, что батарейку, например, если вор захочет вынуть, чтобы отключить сигнализацию, у него не получится, так как у нас она надета на втулку, а крышка выдвигается прямо ко втулке. Аккуратно открутить у него, наверное, тоже вряд ли получится, потому что она довольно-таки чувствительная. Сначала быстро расскажу о назначении этих клавиш, покажу теоретическую часть настройки сигнализации. Ну и в конце мы обязательно послушаем, как она визжит. Ставится на сигнализацию путем нажатия четырех комбинаций. То есть клавиш 3, но комбинацию надо вводить из четырех нажатий. По умолчанию у нее код A, B, C, A. Для того, чтобы сменить код, мы используем клавишу A. Нажимаем ее, слышим первый щелчок. Потом слышим щелчок второй тональности. Вводим старый код. И что важно, в течение 5 секунд вводим новый код. Давайте попробуем. Вот, услышали другой тональности, вводим старый код. А, Б, С, А. Услышали сигнал, она просит поменять. Меняем на 4А. Вот, не успели, видите, за 5 секунд не успели. Тогда надо немножко подождать и попробовать еще раз. Подождать где-то секунд 10 надо. Вот, теперь успели, да? После того, как мы ввели новую комбинацию, он нам подтвердил таким двойным тутюх. Устанавливается сигнализация нажатием и удержанием клавиши B. Здесь по той же схеме. Жмем на клавишу B первый щелчок. Потом держим и через несколько секунд услышим щелчок другой тональности. Это значит, что сигнализация перешла в режим охраны. Все, теперь мы, если ее потревожим, она начнет визжать. Для того, чтобы снять сигнализацию, мы напрямую вводим код. Мы помним, что у нас новый код 4 нажатия клавиши А. Если код правильный, то сигнализация подтверждает снятие с охраны вот таким двойным щелчком. Кнопкой C мы управляем режимами сигнализации. У нее есть три режима. Первый режим – это предупреждающий. То есть, если мы оставляем в этом режиме, если кто-то потревожит велосипед, то она просто даст 4 таких небольших визга и больше не будет визжать. То есть, как бы предупреждает и все. Но это если мы где-то недалеко от велосипеда. Второй режим, который можно также клавишей C установить, режим уже такой более продвинутый. То есть сначала он предупреждает несколько визгов, и потом уже она переходит на постоянный визг.
И третий режим это сразу же, как только к велосипеду прикоснуться, он тут же начинает визжать. Режим выставляется последовательно. То есть, если мы нажмем сейчас клавишу C и удержим ее, то сначала будет первый сигнал, и потом надо слушать щелчки. Если один раз щелкнула, значит она в первом режиме. Чтобы перейти на второй режим, надо, значит, последовательно нажать опять C, удержать ее и услышать два щелчка. Значит, она установилась во второй режим. Ну и, соответственно, в третий режим. Ну, давайте сейчас я продемонстрирую это. Вот, я нажал, подержал. Слышали, был один щелчок. Значит, теперь, если мы поставим на сигнализацию, она будет у нас в предупреждающем режиме, то есть в первом. Ну и, соответственно, далее так, переходим на второй режим. Вот, тык-тык, было два щелчка. То есть она сейчас при постановке на сигнализацию будет сначала давать предупредительный сигнал, и потом постоянный визг будет идти. Ну и, соответственно, третий режим. Ну и вот, на третьем режиме теперь она у нас в состоянии повышенной тревоги будет при установке на сигнализацию. Ну и переходы на режимы опять последовательно. То есть, если мы хотим сейчас в первый режим, то как раз мы на него и выйдем. И так далее по кругу. Выставляете режим, какой вы желаете. Ну, давайте проверим, как она звучит. Ставим сейчас в первый режим ее. И ставим на сигнализацию. Ну, теперь пробуем. Не сильно. Ну вот, все, на 4 предупреждения сделала и замолчала. Звучит она громко, порядка 110 дБ. Ну и второй режим давайте проверим. Вот, слышали, было два пика. Все, ставим на сигналку. Ну, теперь он должен сначала предупреждение сделать, потом начать непрерывно сигналить. Так, ну и третий режим. Ну, конечно, сигнализация больше рассчитана на то, что воры боятся шума и привлекают к себе внимание. Конечно, если все-таки ваш велосипед украдут и он будет ехать с включенной сигнализацией, ну, навряд ли сознательные граждане набросятся и задержат преступника. Все-таки лучше, чем вообще никакой защиты. Если вы, конечно, берегете каждую копейку, то можно взять такую замороченную сигнализацию. Но есть вариант чуть подороже, зато с пультом. Не надо весь этот геморрой с кнопками. То есть нажатием пульта поставил на сигналку, нажатием снял. Я ссылку на нее тоже в описании оставлю, где найти на AliExpress. Где найти товар на AliExpress? Ссылка в описании под видео. И не забудь поставить лайк.